Мотивацию! Панда! О, чё за тяги? Кефтами? Смешнявый какой-то. Кстати, ух ты, я. Это кто? Кстати, как вам моя игра на турнире по Fortnite у Бустера? Из 80 человек 80 место? Как вам? Нравится? Уе, просто Fortnite худшая игра ебаного говна. Конченая, просто женская стрельба. Детские, блядь, какой-то, блядь, мультяшная залупа. Казуальная стрельба. Вообще все. Просто идешь в файт, ты пиу, вверх-вниз прыгает, стреляет, прыгает. Че, ебаный, что ли? Как мужчина, сядь, зажми вот так. Ладно, моргай. Я с типом файт прихожу, подлетаю к нему с ружьем. Вот так. Он какую-то хуйню под себя кинул. Улетел. Присоска ебану прилетел. Я вот так со своей сенсой там непонятно. Вот так, блядь. Он прыгает, прыгает, стреляет, прыгает у меня вот так, прицел, вот так. Короче, хуйня, блядь. Я для 3 игры поиграл, на 3-й игре у меня сгорело вообще. Я сказал, все. И 2 игры я не заходил. В тильте просто сидел. Мышь, нормальные коты не ходят по поверхности, где крутой. Привет, вопрос, смотрите, вот это вот, типа, вот я хочу здесь греть. Тик. Что это? Я научилась. Иди на... Пошел. Настоящие яблоки. Че? Не, а это пластмассовые. Фрик. Пацаны, в диканьку приходите. Ой, кислая. Как громче, я не пойму. На максимум, ты. Ох, ба. Что-то с ней... Не, это она безвкусная какая-то. Так, оставь. Не, тыкву это я сейчас... А-а-а. Кушать, он ставит мега хуёвый форт, который... А я внизу сижу, чтобы вы понимали. Вон там. Мы забагался. В засаде, блядь. Чтобы вы понимали, в засаде сижу. Ставить. Убиваю вот этого, думаю. Бля, скарфи, а я сижу, клянусь, в доме. Думаю, хоть бы никто не зашел. Просто ниоткуда не возьмись, вот эта хуйня построилась. Пфф, я такой, ебать. И прям там, где я сижу. Я охуел прям там. Все охуенно. Вон я. А тут, бля, появился. Травша нахуй с дробовичком, блядь. Что вот это? Я так охуел, когда я его тут увидел, блядь. Вот я ему даю первую... Я кирку достаю, Равшан нахуй сидит. Я ему первую пульку даю. Смотрите, ебучий куст его сейвит. На. Бам. Я вообще не ожидал его тут увидеть нахуй. Ноль дэмэджа нахуй. Ноль. На. Второй выстрел. Ну хуйня, игра говна ебаная. С ружьем 2 притык даю. Ему не снимают вообще. Фу, блядь. Ты косой. 40 хп, блядь, Равшан 1.7 просто сосет хуя. Крыса ебаная, в PUBG, когда начнем играть, я тебе покажу, что такое. Сейчас погорячился, ну яблоко топ. Диканька, приходите. Сейчас Рейвен? Вот. Передай салам вот, Астику вот Снальчика, как не, ты умеешь. Топ. Привет Астику моему брату, а тебе нет. Ты кто? И это чуть больше, чем за неделю. И я еще ничего тут такого не придумывал! Я ничего такого тут не делал! Это у него? Ничего такого не делал! Я тут ни подписки ни за 1000 рублей не ставил, никакие, ни какие-то там невероятные эксклюзивы, ничего там один. То есть это просто, ну типа, представляешь? Я делаю бусти. Я туда буду выкладывать всякую хуйню. Фильмы свои просмотренные. Давай заберем все нужное и выкинем давай, все ненужное. Давай. Например, у меня яйцо. Если я вот сейчас сюда его выкидываю, появляется курица, то я петух. Рейвен! Хуйня прям подо мной, я там чуть не обосрался, блядь.
Так ты бы видел, как я обосрался, я тебе не вообще не ожидал, то, что я второй будет. Я куз засейвил, ебаный. Да, куз нормально засейвил. Кто-то попал в него. Да я его маму ебал. Я вообще охуел. Ты покажи лучше, где я вышел один против сквада и разъебал всех. Чё ты это не показываешь? Чмо? Чё ты кинул самый уебищный клип? Когда у меня рука, блядь, как камень, блядь, не может повернуться, потому что не привык я играть в шутеры, блядь. Тысячу лет не играл. Не было такого. Да что ты, блядь? Было. Ах ты, сука, я сейчас найду же этот момент, блядь. Вы чё, охуели, крысы ебаные, блядь? Ага. Вот тут! Вопросы к моим... Пошел киберспорт. Нахуй. Ладно, здесь я хуёво зажал по типу. Я Сауга никогда не... Вообще я не играл тысячу лет, вижу нахуй. Метка. Третья игра, блядь. Пошел, смотри. Как ты стреляешь так жестко, нахуй? Я тебя пропускаю. Вася папки, блядь. Я ему 3 хп оставил. Ебать. Ебать. Пошел, дальше, смотри. Прикрой спиной, прикрой спиной. Дальше, смотри. Жди смока, жди смока. Смотри, хае кидаю. Нажимай. Мой ебало, посмотрите. Нажимай. Блять. Ну, вижу, типа. На, уничтожил нахуй в голову. Бать. Просто в той игре без шансов попали. Еще один. Уничтожил нахуй. Вопросы есть! К моему скиллу, блять. Отхиливаться, я отхиливаться, да. Вы что, блядь, блядь? Какие боты-то люди были? Блять, Боинг нахуй. Крыса говорит. Вы боты. На снюс закончится, нервничаю. В тарелки кидаю сухие. Слышно? Похуй. Чё, блядь? А в смысле? Там невидимая стенка появляется? Аж нихуя как костюм у него. Во-во, вот эта хуйня. Айсберг купил апельсин. Купи апельсин. Что? Ну зайди. Я типа, я не зайду сейчас в нее или что? Снимай! Слышишь? Молодец. Со Стамбула вернулся, смотри, молодец. Ну погнали. Есть фалосные презервативы, оральные презервативы, головные презервативы. Здорово, передаю привет стулу. Хенд презервативы, да? То есть ручные. Но, и ТИС презервативы, это тоже очень важно. Передаю привет Загид. Я кажется, это очень странный сквад. Я и отвечаю. Ушастый африканец. Рыжий пузатый. Передаю привет Ренату и его... Сабина, привет! Манки де Луфи. Какая-то мелкая чувиха Даша древняя, 1.30 ростом. Они психики. Ах да. Это ведь совершенно нормально, рисовать целый день и разговаривать с несуществующими магическими созданиями. Думаю, нам всем нужно... Олег, что несёт, блядь? Боже, ты это слышал, нахуй? Чё? А она чё? Твоё мнение, я тоже псих? Фу, нахуй, мы враги. Давай тебе прощу скажу. Ушёл. Да, блядь, я пью. Ебать, хата у него. Ой, там мусор. Там чей-то прах. Чё? Тут чей-то прах был. Может, это этого? Юлия Цезаря или чё? Это хорошо. Рейвен? Ассаляму алейкум. Передай привет Шахбановой Зайнаб. Шахбанов Зайнаб, привет. Шахбанов Зайнаб обычно салам передают. Равшан, можешь передать привет моему хорошему знакомому Владимиру Владимировичу Путину? Он очень будет рад. Спасибо. Привет. Привет. Передай, пожалуйста, привет Гене Цидармину. Он тебя смотрит. Будет приятно. Вау, смс-ка!
Передай привет моему другу Владимиру Владимировичу Путину и Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы сидим в Чихоне. Ой, бля. Вау, это передай привет Замерзе Киеву. Равшан? Равшан? Помогите. Привет, Равшан. Доночу первый раз. Передай привет моему другу Равшану Джульпаеву. Че, ебанты? Хуя ли он твой друг? Привет, Равш. Передай привет Замиру Безгееву. Я еще не проснулся или какое-то воодушевление происходит? Да? Рейвен? По поручению администрации Мукашехайбской районной республики Адыгея, Равшан, передайте салам Зауру Наракову. Я боюсь уже. Передай привет Зауру Уна. Бля, боюсь уже передать привет ты, блядь. Лиза, а ну... Блядь. Рейвен? Передай привет по-братски Евгению Пригожину. Я он боюсь читать уже. Он смотрит тебя и угорает постоянно. Все ебанутые. Что ему пришло? За... Только что подписался на Бусти за... Какой тайминг, видали? Ровно когда мячик прилетел... Ваня, я с тобой к тебе в домик. Как, блядь, сесть нахрен? Я и ноги сломала, блядь. Чё, Эф? Ты умер? Алло? Да чё это, блядь, за игра говна, на... Рейвен? На присоске? Салам, Рашин, да, передай привет моему соседу Олегу. Моему дальному родственнику Тофику. Однокласснику моего отца, который с ним учился до 5 класса, Рамилю. Передай привет ещё Челу, который мне кофе продал. Рейвен? Равш, Гунайдин. Гунайдин, нормально? Доброе утро. Замашай его, замашай, замашай! Рейвен, блядь, я запуталась! Пошли нахуй со своими приветами, долбейбы. Равш, брат, здарова. Спасибо. Хочу передать привет Ивану Манурину из города Вольска и откройте буквы. Ты на первой передаче так крутишь? Молодец. Блять, вау. Я тебя очень сильно люблю, но у меня один дробовик, если ничего не помогут. Мне будку взорвали! Равшан, зачем ты передавал передатчики Азовцы? И зачем ты передал привет Зеленскому? А Путину и... Что происходит, блядь? Помогите, блядь! Передай пока Аласану. Кому? Мне даже не высвечится. У меня донейшн сломал. Рейвен? Пока Аслану. Привет, Равш. Аслану, привет. Спасибо. Денису Шаурмяну. Осуждаю, блядь, что за... Рейвен? Пашиняну? Привет, передай блядь! Привет Пашиняну. Сука, а где донейшн нахуй? Чё, охуели? СМС-ка. На поход на Киев. Чё, ты долбоёб? Где донейшн? Чё, охуели? Рейвен? Это что передай она? Передай привет Аязу Шабуддинову. Здорово! Видно ахиллесова пята, уши. Рейвен? Их ласкать стоит. Пацаны, языком. За Женьку Пригожину все в чат. Бля, что происходит? Нет! 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 Травма от первых моих отношений осталась до конца жизни. Как он, сука, взял мое ухо и все. Привет. Да ты послушай, дайте! Без стрима. Хотелось бы пообщаться с тобой насчет одной ситуации. Анастасия? Что случилось? Вы забеременели? Кто себе в рот положил в ногу? Я так охуела от жизни! Нихуя! Помещается, видели? Страшно мерзко противно, я думала, я умру на этот момент, я прям такая... Хочу позвать одного парня на свидание, типа... Но он такой же забитый хикан, как и ты. Почти не выходит из дома и строит из себя сигму. Стоит вообще пытаться или нахуй его? Я в ахуе. Может нахуй тебя? А мама красивая у вас, Арсен? А что он играет, Арсен? Ну я бы ее не трахнул.
Да просто пробуй. Привет, море. Нет, да нет, ногами на нее, ногами вставай. Не, Равшан, лень, ты... Я пукнул 5 раз, здорово. Я не увижу, залагало, блядь. А кто это с Аней постоянно стримит? Я так и не понял, вот этот пацан, кто это такой? У меня донаты опять сломали, кстати, поздравляю. Это максимально странно выглядит сейчас. Пацаны, подскажите, пожалуйста, хочу травмат взять. Есть ли достойные варианты, кроме Гранд Пауэра? Салам, Равшан. Это максимально странно выглядит сейчас. Подожди, слезай. Это СиДжей, что ли? Слезай нахуй от греха подальше. Да нахуй. Лучше слезай, садись просто. Спокойно, маши рукой и говори, все нормально, платформа Twitch, у меня все хорошо. Вот такая система начисления очков. То есть у нас больше ценится плейсмент, ребята. Мы больше играем на плейсмент. Также существует экстра кэш, помимо призовых 500 тысяч рублей. Игроки будут получать по 10 тысяч рублей просто за победу. Передавай приорит Радип, но от Ргена Глы меньше, чем. Ой-ой-ой. Да, я не могу. Вы как... Бля, вы можете ебаный привет или передавать? Аласану, блядь, а не Аслану. Аласану, я передаю большой салам Аласану. Дальше. Они убили друг друга! Они друг друга ёбнули! Рекрет! Левшан! Рек летел, это пиздец, но ты прикинь, что он в Фортнайте. Левшан, сколько по Краснодару бегают маленьких шачечек? Фортнайте. Стоять, брат! Нихуя себе, чем выдает, посмотри. 6. А Дмитрий Ликс жив, нет? О, Дмитрий Ликс! Я думаю, я нашел игрока, за кем буду наблюдать. Так понятно, ебаный клоун. Так, понятно. Мы посмотрим, чем... У него 3-2 акции. Ох, смотри, Кус вырос, ебать, на асфальте. Вообще незаметно, понял? Просто нахуй пробился этот росточек, цветочек из асфальта, блядь. Где Строга? Строга просто все это время летит, он правильно делает. Он не файтится. Ставит фор, у него охуенная позиция, надо забрать. Нихуя позиция. Выиграл. Все, 1-1. Хорош. Хорош. Убивает! Нечем, нечем зацепиться! Нечем зацепиться! Все, Морозов, Морозов выиграет. Как будто он выиграл турик. Да. Я тоже думаю, что Морозов выиграл турик. Ванёк вторым я занял. Кто такой Морозов? Да, он выиграл. И Ванёк, кстати, даже может... Ебать нахуй. Пиздец. Ну чё, смотрим таблицу? Ушум алейкум, Равшан. Передай привет Егору с Шахт и Максиму с Батайска, нашим братьям. Афай донаты. Привет, передай от 1000 рублей. Это ластовые друзья, да? Да, брат, это последнее было, 5 каток. Да, Морозов выиграл. С одним поинтом. Один поинт! Я тебе говорю, я чувствовал эту хуйню ебаную. С караваем чувствовал, но это с Ваней, видишь? Каравай 13-я вообще. С Ваней. А я? Победитель здесь. Победитель, ты здесь? Здорово, здорово, да. Капец меня трусит. Бро, поздравляю, достойно играл, ебать. Достойно, ты красавчик. А я? Никто забирать деньги не будет, не переживай. Не, не волнуйся, бро. Ты же шаришь на то, что мы деньги на самом деле не отдаем. Это так чисто постанова. Типа, пока никто не слышит. Не, я замутился реально, бро. Да, окей, окей. Да, да, ты что, наебал его полный. Да не, ладно, поздравляю. Ты, блядь! Ты так сильно расстроил батя Вилла. Вау, это мышка! Ты так и не понял, кто это? Чё за Анастасия? Я не знаю вас. За собственного сына. Я вам засадил или что? А ты не выиграл. Позор, 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 позор. Вот это самое грустное, нахуй. Блять, я второй! Для нас ты первое место, ладно, шучу, пошел на шуру поверт. Это второй! Это второй! Я хочу уже пойти смотреть Доброкека, знаете? Вот, видишь, начинается что? А если я нахуй, вот я тебе ебу, так я тебе ручку. Охуеть, бля, ебте. На горбину его как не загрузить? Ты же надорвешься. Бусь,
вдруг он плохо прикручивается. Не знаю. А они куда переехали? Они также в Москве, или? Он не ебал, чуть не разодрал. Тварь, пока не разъебал его нахуй. В Москве? Бать, двухэтажная хата у них? Что? Ты не сможешь. Охуеть. Держи письку осторожно. Сука. Сколько? 540 тысяч? Не может быть. А он всегда работает в грузовой лифте? Где тебе грузовой? Ну, потому что там нет дверей, а здесь придется две двери проходить. Не может быть. Реально 500? Камыш. Вау, СМС-ка. Равшан, ты не фор. Иди нахуй. Ждем Андрея отсюда. Что за хата, блядь? Андрей? Андрей? Ебать, какая прикольная. Приехал. Ебать, у них имена. Сколько квадратов там? На горбе было очень смешно быть. Пускай все разломал. 120? А, большая хата, ты здесь. Ты по дороге, блядь? Все, хватит. Она ж тебе не видно никак, что тебе кормить. Ебать, Париж здесь. Здесь, смотрите, как будто у меня рука гиганта по сравнению с этим. Что это? Здесь охуенно.